Всем привет, с вами Мониплей, и сегодня я буду вам показывать, как ползать в Майнкрафте без модов. Для этого нам нужен барьер или любой какой-нибудь блок. Блоком я не буду пользоваться. Теперь берем барьер и ставим вот так. Вот, чтобы здесь было отверстие. Вот, момент истины. Теперь прописываем специальную команду, которая ставит барьер над нами. И смотрите, мы автоматически начинаем ползать. Это вообще офигенно. Капец. Я, блин, когда увидел, я аж обалдел. Можно куда угодно построить. Можно из любых блоков сделать. И он все равно будет ползать. А чтобы выйти, надо просто выползать из этих барьеров. Ну или из блоков. Ладно, с вами был Мониплей. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока.